Добрый вечер, дорогие друзья, меня зовут Никита Кубрейкин, я премьер преподаватель танцевальных клубов «Голоденс» и балерин афро-кубинского «Файтгер». Сегодня мы с вами потанцуем кимбу. Я очень рад вас приветствовать на своем вечернем уроке. Что мы сегодня с вами сделаем? Мы посмотрим корни этого танца, корни этой музыки, и потанцуем с вами танец сон. И потом попробуем сон потанцевать под музыку кимба. Для начала разомнемся, как всегда. Пошли, начали. Три, раз, два, раз, два, раз. Раз, два. В сторону. Раз, два. Поворот. Раз, два. Быстро. Раз, два, три. Поставим руки вместе с руками. Попробуем сделать это точно. Раз, два, три. Коленки. Начали рождаться такие направления, которые вы уже знаете, такие как сальса, сальса-касина, музыкальный жанр кимба и так далее. Танец танцевался в 1920-х годах, был дансон и сон. Дансон танцевали в салонах, где любили красиво выглядеть, уже такое
танцевало, в общем, его очень деликатное население Кубы. А сон развивался параллельно на улице. И его танцевали, собственно говоря, в народе. И вот поэтому сон является народным жанром. Что мы с вами сделаем? Сейчас мы с вами поставим руки вот таким образом. Так, и попробуем корпус смещать из стороны в сторону. Хочу отметить, что это важный элемент и важное движение для танца сон. Бедра мы с вами постараемся максимально изолировать. Бедра у нас будут двигаться, естественно, за нашим корпусом, специально бедрами мы с вами двигать не будем. Вот. И, собственно говоря, как в этом танце, почему бедрами не двигали, потому что считалось неприлично двигать бедрами, особенно женщине. Что у нас происходит? Вот мы смещаем корпус. Да. Вот мы смещаем корпус. И как раз вместе с этим корпусом сейчас у нас начнут работать ноги. Что у нас будут делать ноги? Мы с вами будем шагать в сторону. И дальше будем делать такую вещь. Раз, два. В сторону. Отлично. Теперь, что мы с вами сделаем? Вот шаг, который мы будем делать на месте, мы будем делать на пол стопы. У нас получится вот такая история. 4, 1, 2, 3. Чем-то напоминает счет румбы бальных танцев. Кстати, румба бальные танцы – это танец, который называется кубинский танец, который называется болеро. 2, 3, 4. Молодцы. Теперь прикручиваем к нашим ногам наши руки и попробуем добавить корпус. Кисть, особенно партнера, мы отвернем от себя. Партнер же тоже отворачивает от себя. И если мы будем пробовать данный танец танцевать в паре, то у нас замок будет вот такой. Соответственно, левая рука у нас рука партнера. Правая рука рука партнера, как в аргентинском танце. Покажу со спины партнерша. Свободная рука партнерши особенно лежит на плече у партнера. Это очень важно, потому что, опять же, где-то за спину держать партнера было как раз считалось неприличным. Вот, поэтому руку мы кладем на плечо. И что у нас будет получаться? 4, 1, 2, 3. Молодцы. Добавляем корпус. И получается следующая история. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
Посчитаем так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И, соответственно, двигаться будем вот таким образом. Это лучше всего так делать, лучше всего так считать танцом. Смотрите. Восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 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 восемь, раз. Так будет правильнее всего, и у нас получается целая фраза из восьми счетов. Теперь, что мы с вами сделаем?
что мы с вами сделаем? Сейчас мы с вами потанцуем под известную мелодию Сона. Вы ее все наверняка слышали. Сейчас я включу. Я его сохраню. И звучать она будет вот таким образом. Характерного в танце сон. Это, конечно же, сон клавы, который мы с вами знаем наверняка. Сон клавы. Что такое сон клава? Рассказываю. Может быть, для тех, кто не знает, и для тех, кто знает, будет еще раз полезным послушать. Сон клавы. Это клава вообще две палочки, которые стучат друг об друга и создают характерный звук. Чаще всего он выглядит вот так. Сейчас я сыграл сон клавы. Что его отличает? Что сначала у нас три звука выстукиваются этими палочками, и затем два. И получается раз, два, три, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два, три, раз, два. Сейчас, что мы с вами сделаем? Мы очень медленно попробуем станцевать сон. Как раз только в сон клава. И что у нас получится? У нас получится вот такая история. Сейчас я включу только клавы. Сейчас я включу только клавы, и мы с вами попробуем. Приготовились. Ага. Пошли, пока под мой счет. Thank you.
попробуйте сделать плацон клавы. У вас есть отличная возможность сейчас проматывать видео. И как раз обязательно посмотрите и попробуйте, потому что это неотъемлемая часть как раз кубинского танца сон. Что мы сейчас с вами сделаем? Мы с вами сейчас сделаем основной шаг, который мы с вами разобрали. 8, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, раз. И дальше мы сделаем квадрат, называется кахон. Кахон переводится как коробка. Коробка. Очень часто, скорее всего, вы могли видеть еще такой музыкальный инструмент, коробка, на которой играют музыканты, особенно кубинские. Такая коробка, на которой они сидят и стучат, и такой издается очень характерный глухой звук, тоже называется кахон. И что у нас получится? Кахон выглядит вот таким образом. 8, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 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 8, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, раз. Отлично. И таким образом мы сделаем с вами основной ход танца сон и коробку, кахон. Получается вот такая история. 8, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 сначала, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, раз, кахон, 4, 5, 6, 7, 8, раз. Отлично. Еще одна отличительная черта танца сон, что он всегда начинается в левую сторону. Вот, попробуем сейчас как раз плацон клаву. Приготовились. И 8, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, кахон, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, основной шаг, 4, 5, 6, 7, 8, раз, и сначала, 6, 8, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, раз, 2, 3, 4, 6, 7, 8, раз, 2, 3, 4, 6, 7, 8, раз, 2, 3, 4, и... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз. Молодцы. Отлично. Что еще характерного может быть? Может быть вот такой вариант танца сол. Четыре, раз, два. 8, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, раз, 2, 4, 5, 6, 7, 8, раз, 3, 4, 6, 7, 8, раз, 4, 5, 6, 7, 8, раз. Если вы видите, то я немного кружил. Такой вариант сона танцевали на востоке Кубы. Почему? И даже сейчас танцуют. Почему? Потому что восточная часть Кубы – это больше франко-гаитянская сторона кубинского острова. Опять же, почему? Потому что Гаити раньше была французской колонией, и когда на Гаити было как раз восстание рабов, гаитяне и все колонизаторы начали забегать как раз по всему
по всем Антильским островам, начали разбегаться и как раз вот заселили восточную часть Кубы, та, которая ближе к Гаити. В Гаити много тасов, которые имеют такую пружинистую историю. Вот, например, гаитянский танец Гага выглядит вот таким образом. Здесь очень много параллелей, опять же, можно провести с танцем Миренки. Ну, да ладно, об этом можно разговаривать бесконечно. Конечно же, потихонечку я буду рассказывать на своих уроках вам такие небольшие исторические сводки, чтобы было понятно, откуда что начало у нас образовываться. Ну что, сейчас мы станцуем основной шаг и кахон под музыку сона. И дальше попробуем станцевать уже всю нашу историю, которую мы сейчас сделали. Сон попробуем положить на музыку кимба. Приготовились? Станцевали уже под музыку кимба. Например, включим музыку. Можно ее просчитать так, как мы просчитываем музыку кимба. Так мы просчитываем музыку сон. Раз, два, три, четыре, пять, четыре, семь, восемь, четыре, семь, восемь, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Если мы ее просчитываем таким образом, то мы слышим, что акцент у нас как раз попадает на 8 и на 4. Вот, например. На сегодня, к сожалению, нам нужно заканчивать. Тренируйте сон, репетируйте, и ваша сальса станет еще ярче, еще насыщеннее, еще музыкальней. Я с вами прощаюсь, желаю вам хорошего продолжения вечера. Записывайтесь на мастер-классы, опять же, отрабатывайте лично свою технику, то, как вы сами будете двигаться, и в паре у вас будет уже получаться намного, намного лучше и свободней. И 30 числа, 30 мая, в 6 часов вечера, я жду вас на своем мастер-классе, как раз, где мы с вами можем танцевать сальсу Нью-Йорк, и посмотреть, как сальсу Нью-Йорк можно применять связки из афро-кубинского фольклора.
До встречи, хорошего продолжения вечера. Спасибо вам, танцуйте, получайте удовольствие. Микурасон, тукурасон. Обнимаю всех, целую, пока-пока.